Почти 90% домов разрушил ураганный ветер в деревне Кариева в Башкирии. По данным регионального МЧС России, ветром искорежено более 250 домов и несколько социально значимых объектов. В результате погибли два жителя деревни. Всего от разгула стихии в трех районах пострадали около 50 человек. 15 из них госпитализированы. Без электричества остаются 26 населенных пунктов. В спасательных работах задействованы около 800 человек и 170 единиц техники.